На Кавказе из-за гор слышен виноделов хор. Это бравые грузины погрузились на машины, отправляясь воевать, под Схинвали пострелять. Видно, думали ребята, что пойдут как на параде, в чистом поле погулять, не дала Россия мать. По дороге прем среди скал, движемся на город Схинвал. До него дойти нелегко, нас туда послал Мещеков. Ополченцы ополчились, миротворцы заступились, и под городом Схинвали по рогам грузинам дали. Это вам, ядрёна мать, не с народом воевать. Миротворцев батальон выгнал всех грузинов вон, и смеялись даже дети, как те трапали соседи. По дороге прём среди скал, движемся на город Схинвал. До него дойти нелегко, нас туда послал Мещеков. Виноделы и спецназы, лучшие армии Кавказа, убегали от пехоты, бросив танки в пулеметы, как и ихний президент. То, что Бушу лучший кент, в объективах телекамер след позорный свой оставил. Когда услышав в небе гром, штаны при всех наделал он. По дороге прём среди скал, движемся на город Схинвал. До него дойти нелегко, нас туда послал Мещеков. Может, мы не дипломаты, но хорошие солдаты, и Схинвали защитили, и грузинов мы разбили. Вся планета наблюдала, как из города Схинвала под усмешек громкий шквал из нас грузинский удирал. При этом неповадно будет пакостить обычным людям. Будет впредь агрессор знать мощь России, вашу мать!